Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И сегодня я расскажу вам про новую серию сезонов, а также конкретно про новый летний сезон, который продлится с 1 по 8 августа. Для прохождения серии сезонов на 100% от вас потребуется пройти квалификацию в ранговых гонках, победить одного соперника месяца и завершить все 4 еженедельных сезона. За прохождение этого сезона на 50% вы получаете автомобиль Jeep Cherokee, а за прохождение на 80% автомобиль Mercedes-Benz 280 SL. За прохождение серии сезонов на 50% вы получаете автомобиль Cadillac Escalade, а за прохождение на 80% автомобиль Mosler MT900S. Теперь о самых интересных наградах за чемпионаты. За первое место против драйвотаров уровня непобедимый в командном раллином спринт-кроссе в Морхеде вы получаете кожаную куртку Trial. За первое место против драйвотаров уровня опытный в спринте у водохранилища Derwent вы получаете куртку Бомбер Листья. За первое место в чемпионате летних игр вы получаете синие очки Авиаторы. И за первое место против драйвотаров уровня опытный в автокроссе в Beach View вы получаете автомобиль Plymouth Fury. Теперь о прохождении сезонных выходок. Первая выходка называется Садмос или Садмос. В общем, это скоростной участок, в котором вам необходимо набрать 241,5 км в час. Особых сложностей это испытание у меня не вызвало. Я прошел его на автомобиле Radical RXC Turbo. Второе испытание называется Нордбридж. Здесь вас ожидает полицейский радар, в котором вам необходимо набрать почти 290 км в час. Это испытание немного посложнее за счет трафика. Также рекомендую проходить его под горку, то есть вниз по склону. Ну а я прошел это испытание на McLaren Senna. Последнее испытание называется Бассейн. Здесь вас уже ждет кое-что зубодробительное. Это знак опасно, в котором вам необходимо получить результат в 300 метров. Как туда лучше заехать и как взять разгон, вы можете увидеть на экране. Чтобы пройти это испытание, я попробовал и Хуниган RS200, и багги Функа Motorsports, но мой выбор пал все-таки на экстремальный внедорожник Rally Fighter. Тюнинг я использую свой, вы можете поискать его под названием Best Engine. Ну а мы переходим к еженедельному форзафону. Первое испытание называется 16 цилиндров 4 турбины. Для его выполнения вам понадобится автомобиль Bugatti Veyron Super Sport 2011 года. И все, что от вас потребуется, просто выехать из гаража. Следующее испытание называется «Центр управления полетом». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать идеальную технику скорость 30 раз. Объяснять, я думаю, здесь не нужно. Вам необходимо покататься на максимальной скорости какое-то время. Следующее испытание называется «Мировой рекордсмен». Для его выполнения вам понадобятся полицейские радары. А чтобы его выполнить, вам необходимо суммарно набрать 12 звезд за эти полицейские радары. Последнее испытание называется «Обычный день миллиардера». Для его выполнения вам необходимо продемонстрировать 4 идеальные техничные цепочки. Чтобы выполнить эту технику, вам необходимо накопить 20 тысяч очков техники. После необходимо дождаться сброса счетчика очков и накопить очки заново. С испытаниями все, теперь поговорим о наградах. В этот раз в магазине Horizon можно купить эпическую футболку Пеликан и эпические эскадрильи Сердечко, а также редкий автомобиль Hudson Hornet за 625 очков. Ну а главный приз за этот форзафон это легендарный Maserati Pininfarina Berlinetta за 650 очков. А на этом все, друзья. Не забудь поддержать меня лайком, если видео оказалось полезным, а также оставить комментарий и подписаться, чтобы не пропустить следующий сезон. Всем пока и удачи с выполнением заданий!